с Новым годом всех болельщиков, мам, пап, детишек. Да как? Руководство сказало, что после таких тренировок нету смысла отдыхать. Как бы 2 дня полежал на базе, и все, вот пришел на тренировку. Такой же режим был, как перед тренировками обычно. Не отмечал, с родителями созвонился, там поздравил их, они меня, все. Перед небольшим вот этим перерывом главный тренер говорил, что на тренировках люди будут выживать. И действительно, вот приходишь сейчас с утяжелителями, вы бегаете, с шинами и так далее. Вот вообще-то как сам относишься к такому тренировочному процессу? Он стал сложнее, по-твоему, или это нормальный рабочий процесс? Ну, на тот период, когда вот эти 3 дня мы бегали, было это тяжело, конечно. Сейчас-то все назад вернулось, ну, нагрузки сбавились. Все, но я считаю, вот... Все еще, когда я приехал, тогда надо было эти нагрузки давать. Потому что команда, ну, пешком ходила. Сейчас вот вышли, сегодня катались. И видно было, что ребята заряжены, все бегут. Сняли лишние 20 килограмм. Ну, давно надо было это сделать. Может, не разрешали тренерам, я просто не знаю. Но я считаю, это в плюс.